Что такое космос и что делать, если вы вдруг там оказались? Сотрудники Днепровского планетария решили рассказать об этом детям в легкой и занимательной форме и создали мультфильм, который назвали «Вредные космические советы». Допремьерный показ авторской анимационной картины состоялся на днях. Первыми работы увидели дети участников боевых действий. Бесплатные пригласительные они получили в Днепропетровской обладминистрации. Практически каждый день мы приглашаем детей участников АТО, детей погибших, на развлекательные программы. У нас на каждых выходных ребята ходят в молодежный театр, ходят в планетарии, и вот сегодня у нас новая программа в планетарии, я думаю, что будет очень интересно. Анжелика – мама троих детей, младшему всего 9 месяцев. Глава семьи Пешных служит на востоке страны. Конечно, очень приятно, мы за эту возможность хватаемся, мы в цирке были, в кукольных спектаклях. Везде, где есть возможность, почему бы не повести детей. Старшей дочери Анжелики 10 лет. Кате нравится все, что связано с космосом, поэтому наглядное воплощение книжных знаний вызывает у девочки особый интерес. Сидишь, а там везде звезды крутятся. Это так впечатляет. Новая обучающая программа для детей дошкольного и младшего школьного возраста создана студией анимации при Днепровском планетарии. Герои, сценарий, рисунки, музыкальное сопровождение, озвучка. Сотрудники планетария трудились над фильмом целый год. Это знание о Вселенной, о космосе, о законах физики, о законах космоса. Планетарий, вы же знаете, что планетарий единственный в регионе заклад культуры, который занимается популяризацией научных знаний. Премьера мультфильма «Вредные космические советы» состоится 2 января. Его создатели обещают, картина будет интересна как детям, так и взрослым.